Нравится, здесь есть магазин, хорошее топливо, круглосуточно, быстрый сервис. Здесь всегда качественный бензин и обслуживание всегда очень быстро. Все рекомендуют, во-первых, и вроде как проверенное топливо. Потому что мне удобно сюда заезжать, потому что здесь карточка накапливается и бензин, в принципе, неплохой. В удобных местах расположено, на транспортных развязках, заправочная станция. Если что, помыться можно быстренько. Очень удобное наличие супермаркетов почти на каждой заправке. И в последнее время стал пользоваться скоростными автомойками. Первое, есть дисконт, это самое главное. И второй момент, есть качество бензина. Это действительно так. Я практически всегда покупаю здесь кофе. Магазин, кофе, что-то попить постоянно. То есть это не проблема абсолютно. Ну, устраивает мне качество бензина. Проверено на машине, во-первых, что машина очень хорошо едет и очень хорошего качества бензин, поэтому сразу видно по ней. Ну, свечи чистые, форсунки меньше чищу. Да, мы в Донецке всегда здесь заправляемся. Супер. Ходовые качества мотора лучше, мне кажется. Как купила машину, так и заправляюсь. Третий год. Ну, магазин есть и обменный пункт, который работает круглосуточно. Если не на заправку, так в магазин заезжаю. Заезд, выезд мне удобно. Ну, мне нравится, как здесь обслуживают. Вежливые заправщики. Меня устраивает сервис и круглосуточная работа, магазин. Здесь моют стекла бесплатно. Быстро, качественно. И акции всякие проходят, интересно участвовать. Считается одна из лучших заправок. Скидка приятна, мелочи приятны.